Всем привет! В столице пройдет ярмарка интеллектуальной литературы. Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и подробнее об этом прямо сейчас. С 5 по 9 декабря в пространстве Гостиного двора в центре Москвы пройдет ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн» номер 21. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу события. В рамках ежегодной ярмарки пройдут более 400 мероприятий, включая дискуссии, презентации новинок и встречи с писателями. Ожидается, что в ярмарке примут участие более 300 крупных и малых издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры из 29 стран мира, в том числе Австрия, Испания, Италия, Мексика и другие. Кроме того, на «Нонфикшн» номер 21 состоится вручение премии «Приз книжного сообщества», а для посетителей готовят программу иллюстраторов ДНК книги, обширную детскую программу, а также ярмарку виниловых пластинок и антикварный раздел. На этом пока все. Еще больше интересных новостей из жизни столицы и не только читайте на сайте mymsk.online. До скорого!